Если вы будете по пехоте стрелять, то я готов стрелять по самолетам. С какой стороны? По-моему, здесь весь немецкий авиафлот собрался на одну зенитку. И весь на одной зенитке разлетится. Вдребезги. Давай, давай, давай. Смельчаки какие, а? Камикадзе. Опять кончились патроны для МП. Что за редкость на этой миссии? Поздравляем, в меню выбора задания теперь доступна американская компания. Но лучше умереть стоя, чем жить на коленях. Эмилио Запата. Эмильян. Америкосы. Солдаты, матросы и летчики союзных экспедиционных войск. Вы отправляетесь в великий крестовый поход, к которому мы готовились много месяцев. Глаза всех жителей мира устремлены на вас. Свободолюбивые люди повсюду молятся и надеются на вас. Вместе с нашими храбрыми собратьями по оружию на других фронтах вы добьетесь уничтожения немецкой военной машины, свергнете нацистскую тиранию над угнетенными народами Европы, подарите безопасность и свободу всему миру. Ваша задача будет нелегкой. Враг хорошо обучен и вооружен, а его позиции надежно укреплены. Он будет жестоко сопротивляться. Но на дворе 1944 год. Многое изменилось со времен прежних нацистских триумфов. Силы союзников нанесли немецкой армии значительный урон. Наша авиация умерила воздушную мощь противника и его способность вести наземную войну. Наш тыл не только обеспечил нам подавляющее превосходство в вооружении, но и предоставил армии множество отлично обученных бойцов. Настал переломный момент. Свободные люди всего мира вместе творят победу. Я искренне верю в вашу храбрость, преданность Родине и боевые навыки. Нам нужна безоговорочная победа. Удачи! И да благословит всемогущий Господь наше великое и благородное свершение. Да, эту картину мы видели 100-500 миллионов тысяч раз. В той или иной вариации. Где-то на пологий участок высаживается, где-то на скалистый участок. Но, тем не менее, это особого значения не имеет. Ладно, ладно, я лягу. Упс! Можно мне уже подняться-то? Ну, наконец. Что ты сейчас скажешь? Так, ничего. Ищем веревку, господа. Я еще и снайпер. Но этих пулеметчиков-то можно бесконечно убивать, все равно к ним прибудут новые силы.
всегда. Так что лучше время здесь не тратить, а просто пойти к веревке и подняться наверх. Давай, давай, пошел. Хорош, ничего не скажешь. Никогда больше на пляж не пойду. Уроды. Ну, погнали. Фанерные пушки. Опять окопная война. Самое веселое, что может быть. Стреляешь вперед, идешь вперед. И не паришься. Спокойно, спокойно, ребят, спокойно. Я уже здесь, я уже с вами. Это закрыто. Подстава. Скоты, идите сюда. Ну давай. Ау, ау, тихо, тихо. Отлично, там еще один фриц успел сесть за пулемет. Так, мне вообще к своему отряду надо прибиться, я так понимаю, да? И вообще идти через этот окоп, а не через тот. Спокойно, ребят. Нифига себе, мясо. Блин. Давай, давай, пропускай меня вперед. А то ты слишком сильно тормозишь. Не вставай! Вот так получше будет. Моя любимая пушка. По-любому, если встать за пулемет, кто-нибудь полезет. Нет? Ну ладно. А за этот? Нет, ну ладно. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Мощь винтовки в автоматическом режиме. И точность винтовки в автоматическом режиме. Это круто. Обожаю эту пушку. Гоним, гоним, гоним. Тихо, 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 тихо. А ты откуда взял? Вообще, почему-то с нашей стороны прыгнул в окоп. Интересный малый. Вот тебе три гранаты! Че, гоним? Давай, 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 давай. Я уже внутрь хочу попасть. Да и у патронов у меня не столько много, чтобы всех уничтожать. Нифига себе, эсэсовцев набилось. А, здесь тихо, спокойно. Мне здесь нравится, я останусь здесь до конца войны. Так, ну вроде прорвались. Флагер, это Бейкер. 1-4, огневая задача. Войска противника 0-0-5. Огонь! Наверное, надо было сначала долбануть из кораблей, а потом уже высаживать десант. Вижу врага!
Блять, ух, зря я трачу патроны. Хотя у меня еще винтовочные остались. Мир, давай! Так точно, сэр! Ну где-то там. Ай, ай, ай! Зараза! Бесполезная шняга этот. Снайперский агрегат. Он еще никого и не убивает. Сейчас же встанет по-любому. Кто там орет? Ищабань. Дайте мне нормальные патроны. Нет, ни хрена. Кого взять эти патроны для этой штурмовой винтовки? Ладно, возьму карабинер. Спрингфилд есть. Точнее, не Спрингфилд, а М8 Гарант. Это тоже мое любимое оружие, конечно. Может просто угасить огнем кого угодно. Тихо. Офигеть, куда они столько гранат? Это свои. Свои гранаты накидали. Молодчики. Четкая. Да зараза. Я извращением каким-то занимаюсь. Вместо того, чтобы заниматься вполне себе нормальными, приличными вещами. Так, возьмем пока эту шнягу, потом на М8 Гарант переключимся. Да зачем тебе гранаты? Вот туда надо было гранату кидать. Офигеть, я ж прям туда кинул. Что такое? Вот теперь другое дело. Нет. Да заглохни ты уже. Что-то им по барабану, знаете ли. Откройте, блин, дверь! Офигеть! Где МГ-42-то? Тихо, хорош! А чё ты сдох-то? Все силы потратил, что ли, чтобы меня два раза ударить? Откуда постоянно шмаляют? Зараза. Вроде эти все зачистили. А меня постоянно кто-то шмаляет. Все, идем, готовы. Зря я, пожалуй. Кто его будет подрывать вообще? Есть какие-нибудь идеи? Что-то ни в кого не попал, по-моему. Отлично, две гранаты. Причем кинули в точности до миллиметра в одно и то же место.